Мы гуляем дальше по Сплиту. Начали подъем на смотровую площадку. Надеюсь, там будет красиво. Такие виды нас окружают. Сзади меня набережная, Сплит. И мы поднимаемся вверх на гору в парк. Au-dessus des vieux volcans glissent des ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage éternellement. De nuages en marécage, de vent d'Espagne en pluie d'Équateur. Voyage, voyage, vol dans les. Как сделан дом прямо из скалы вообще. Удивительно. Какой красавчик нам повстречался. Громадный. Привет. Он старый уже такой, еле видит. Смотри, чтобы он тебе не это. Ой, какой да? Ты хороший. Ты большой. Привет. Хватит ли нам ли сил дойти до туда? Лично меня силы уже покидают. Маляка, как ты себя чувствуешь, солнышко? Шарман. Beautiful. Beautiful. Какая дорожка здесь классная идет. Наверх. Смотрите, как прикольно сзади дом. Прям как будто из скалы растет. Прям на скале. Или да, или прям на скале. Я не знаю, как они это делают. Посмотрите. А там они уже. Вообще удивительно. Красота. Ну вот нам дальше туда надо идти. Ну чья-то вилла такая шикарная. Прямо на скале. Это по тамане. S'il est fatal, regarde l'océan. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage dans l'espace, inouï de l'amour. Вот мы достигли первой смотровой площадки этого парка. Такой открывается вид на весь Сплит. Мама! Ну, мы продолжаем идти дальше. Я хочу. Вот мы зашли в кафешку немножко попить кофе. Как видите, кафе абсолютно пустое, никого нет, сильный ветер, нас сдувает здесь. Такой вид нам сейчас будет открываться с кафе. Пойми, жизнь будет продолжаться с тобой или без тебя. Поэтому очень важно использовать свое время правильно. Ведь твоя жизнь имеет огромное значение. Что бы ты ни думал, но просто тот факт, что ты ходишь по этой земле...
Продолжаем двигаться вверх по этому парку. Не знаю, сколько уже идем, минут 15. Но здесь это кладбище, я так понял. Сзади меня сплит как на ладони, там сзади открывается. Здесь такие кактусы гигантские растут, нереально, целые плантации кактусов. Но они какие-то гигантские, смотри. Так, Малика сказала, кактусы, опунции? Вот опунция, вот она. А вот съедобный кактус. Он не то что съедобный, настолько лечебный, он кладезь витаминов, да. Он и от холестерина. Ну, походу, здесь никто это не знает, но никто это не ест. Его надо быть осторожным, у него очень маленькие колючки, и надо уметь это, обрабатывать его. Вот он тоже. Да, видишь. Мы добрели до такой церквушки. Парк продолжается, мы дальше идем. Вот такая церковь здесь старая. Здесь написано, что это церковь, я так понял, построена в 1219 году. Насколько это правда, конечно, трудно судить. Церковица святого Николая Путника. Не страшно тебе, Дэя? Тогда никого нет. Тихо, осторожно, загляни внутрь. Эхо. О, как красиво. Класс. Класс, она притворилась. Какая, смотри, большая. У него цель нету. Мы продолжаем наш подъем. Он все еще не заканчивается. Вот такая лестница. Здесь такой вот парк. И здесь даже кто-то живет. Дошли мы еще до одной площадки. Сзади вот такой вид у нас открывается. Парк продолжается еще дальше. Не знаю, нам хватит времени сегодня. Уже 6:00 дня, нам еще возвращаться. Дальше я не знаю. Поэтому очень важно использовать свое время правильно. Ведь твоя жизнь имеет огромное значение. Что бы ты ни думал, но просто тот факт, что ты ходишь по этой земле, очень важен для многих людей. А мы почему-то постоянно тратим свое драгоценное время на глупости, распыляемся на какую-то бытовуху, и все мы такие, я в том числе. Да, я могу быть агрессивным по отношению к своим целям, но это скорее потому, что я знаю, что сам же себя изведу потом, если не сделаю этого. Но в целом... Вот этот топ горы с флагом. Видно его на видео, потому что сильное солнце.
канарейка здесь резвится в лесу. Нам надо еще преодолеть 314 ступенек до Великий Вырх. Короче, до самого топа этой горы. Дейка, ты сможешь дойти? Дея? Дея? Дея. Дея написано? Дея, ты сможешь дойти до этой горы? Алло. Не понимаю. Читай. Ну, написано, что до горы, до этой горы осталось нам 314 ступенек, там написано, да. Кусать! Дэя отказывается идти, хочет кушать, все. На этом наше путешествие заканчивается. Да, Дэйка? Вот такой флаг развивается здесь, на ветру. Почти топ горы. Самое высокое место над Сплитом. Почти дошли. Добрался я до этого топа. Прошел 314 ступенек. Река там с Деечкой еще подтягивается. Ну а сейчас посмотрим Сплит с этой высоты. Подтягиваться. Юху! Вы добрались тоже, да, Дэя? Ты молодец, ты крепкая вообще девочка. Вообще, раньше она, блин, это еле-еле в коляске сидела, пищала. Сейчас молодец, зашла. Умница. Не зря мы потратили столько сил. Малика. Здесь такой гигантский крест, видим, возвышается прямо над Сплитом, над входом из моря. Здесь проплывающие корабли могут видеть его.